Всем привет! Вы на канале Гусь Гуся. И сегодня в этом видеоролике мы покажем вам, как мы проводим день. Но у нас будет не в этом прикол. Мы будем снимать полностью наш день, что мы будем делать. Заваривайте чопу и приятного просмотра. Уже нацепил на себя футболку. Сейчас идем первым делом. Куда? Правильно, в туалет. Я уже, кстати, это в туалете, но я не буду показывать, как я это, ну самое понятное. Дальше, естественно, идем умываться и чистить зубы. Все, ребят, короче, почистили зубы и сейчас идем есть. У нас сегодня еда. Алиса, сколько сейчас градусов? Сейчас в Ульяновске плюс 20, пасмурно. Походу придется одеваться тепло, потому что на улице что-то тучи какие-то, и надеюсь, дождя не будет. А именно куда мы сейчас поедем, я вам не скажу, чтобы у вас был интерес смотреть это видео дальше. Ну все, короче, ребят. Идем на улицу, садимся на автобус или маршрутку и едем куда? Ладно, раскроем вам карту, едем в центр города Ульяновска. Ну вот и все, мы оделись. Не знаю, почему мы в куртке летом, потому что что-то сегодня реально все-таки прохладно сегодня. Сегодня, кстати, еду и с дедом. Ну, едем в центр. Погулять, что-нибудь поделать, поесть, надеюсь. Сейчас идем на остановку и все подснимем. Кстати, помните, недавно видео, короче, было. Хотя оно было как раз вот мы здесь как раз шли, вот здесь вот. На то же самое место, вот. Вас, хоть лайк и подписка. Пожалуйста. История повторяется. Сейчас 22 градуса и 12 часов 42 минуты. Ну, ребят, пришли на остановку. Помните это место и смотрели видос? Я его, кстати, закреплю в конце видео. И тут еще подсказка будет. Не знаю, будет, не будет. Ну что, стоим и ждем. Наш автобус или маршрутка. Это наша маршрутка. Полпути проехали. Стоим в пробке, да, дядя? Не знаю, сколько мы будем еще стоять. Очень долго. Наконец-то мы поехали. Наконец-то мы приехали. Сейчас идем, короче, куда-нибудь прогуляться. Там, скажешь так, свежевато, но пойдет.
Сейчас мы находимся в самом центре Ульяновска. Если тут не был, приезжай. Надо приезжать. Где? Сюда, в Ульяновск. Обязательно. Запомните эти слова. Если так, мы сейчас идем на Венец, парк там есть такой большой достаточно. Сейчас мы вместе с дедом проведем вам обзорную экскурсию по городу Ульяновску, да? Знакомьтесь, ребята, это Карамзин стоит. А это, ребят, губернская гимназия, в которой учился Ленин. А это памятник Карлу Марксу. Знакомьтесь. Честно говоря, я вообще не знаю, что это такое, но будем надеяться, что это красиво хотя бы. Это дом правительства города Ульяновска. А это Владимир Ильич Ленин. А это, ребят, Владимирский сад. Основан, кстати, в 1873 году. А вот такая вот здание для Симбирского общественного собрания. Выглядит, конечно, одним словом, но что-то очень не очень. Я думаю, она уже как, считается как больше как заброшенная. Ребят, готовьтесь, чтобы у вас не ослепило глаза. Сейчас будете просто бомбический вид, сейчас увидите. Готовы? На счет 3, 2, 1. Музей города Ульяновска. Мы решили зайти в этот музей, и сейчас мы вам подснимем, что тут есть. Как думаете, что это такое? А эти 3 секунды подумать вам? Если что, это медведь. Да, не ожидали, да, это пещерный медведь. Честно говоря, я сам в шоке, что это пещерный медведь. Смотрите, тут заяц сидит. Да, идем дальше. Птички вот тут летают. О, смотрите, кабанчик. Там лиса вон сидит, вон, видите. Как настоящая. О, это ж бобёр, ё-моё, и енот. Кстати, это я не знаю, кто это. Как думаете, кто это? Ваши ставки напишите. Нифига себе. Олень. Это кто, олень или лось? Лось. Мне кажется, она больше на лося обоходит. Это у нас, получается, я понимаю, это у нас... Это у нас рысь обыкновенная. О, это ж Михалыч, белка и... не знаю, кто это. Куница, наверное, какая-нибудь или что это. Это у нас волк. Они реально как настоящие, вот его детеныш мелкий. Ну, конечно, и сова тут сидит. Я просто сейчас в следующий зал, вы сейчас просто обалдеете, что тут мы тут есть. Реально, вот тут есть гигантская пушка. Это ружье пехотное образца 1805 года. Это просто. А вот это уже 1808 года. Кстати, ребят, это город Симбирск, основан который в 1648 году по указу царя Алексея Михайловича Воеводы Богдана Матвеевича Хитрого как крепость для обороны границ русского государства. Ничего себе! Здесь вообще тоже есть прям такая вот кольчуга металлическая. И здесь различные пушки бортовые. Выглядит все очень прикольно. Пушка вот тут прям гигантская есть. И тоже есть пистолет трехзарядный, сабля, вот гусарская, так понимаю. Шпага вот эта. Мартирица ручная тоже вот есть. А это, ребят, серебряные рубли 18 века, начало, так понимаю, 19 века. Прям какая-то пила-пила, прям хочу вам сказать. Думаете, что это? Это, кстати, телефонный аппарат. Вот такая трубка здесь, такой большой. Мы вышли из музея, сейчас движемся к вечному огню. А это вечный огонь.
А это памятник основателю Симбирска Богдану Хитрова. А это Ленинский мемориал. Сейчас, кстати, сейчас пошел дождик, но я думаю, ничего страшного. Давай. Немножко нагуляли аппетит мы. И сейчас идем кушать. Это гостиница «Венец». Вы сейчас задаетесь вопросом, куда мы сейчас идем кушать? А мы идем кушать блинную. Вот мы сейчас идем в блин бери. Вот такой красивый кадр за мной. Сейчас мы будем кушать блинчики. Сейчас вам расскажу, какие блинчики мы будем кушать. Наконец нам принесли еду. Пожелайте нам приятного аппетита. А мы погнали все это есть. Ух, ну было очень вкусно. Сейчас где-то доедаем. И идем куда-нибудь еще сходим. Ох, ребят, сейчас мы сейчас идем в то место. Это мое родное место. Твое детство прошло. Да. Все, причем. Тут прям, знаете, вообще ничего не изменилось. Дорога так же. Тут тоже такие же вот, там вот, тренажерные всякие есть. Как с Лесского воспоминания стукнули. Вот такая горка. Мне вообще ничего не поменялось. Просто покрасили ее и все. А, нет, все-таки что-то изменилось. Сейчас, кстати, лавочку добавили. Ее, кстати, раньше не было. Ее фривку такую сделали, прикольную. Ну, а по остальному почти ничего не меняется. Ну, что же. Все, сейчас едем, наверное, уже все обратно в новый город на маршрутке. Потому что другого транспорта туда вообще ничего не ходит. Только максимум какие-нибудь автобусы, дряхлые какие-нибудь пазики, не знаю. Что-нибудь еще, может что-нибудь едет, но больно такого ничего нет. Ни электричек, ни трамваев, ничего нет. Это, ребят, за мной мой родной детский садик, в котором я ходил в него. С неохотой. Сколько туда в дневной ходил? Года 4 ходил? Год 3. Ну вот. С ясельной группы, потом старшую и так далее. 4 года. Спасибо ему за все. А сейчас теперь точно идем на маршрутку. И едем обратно. Все, стоим на остановке. Знаете? Сколько ждем уже? За минут 5. Не умеет он говорить неправду. Все, сели, дальше едем уже до нового города, едем, ловите таймлапс. Ребят, смотрите, а это действующий самовар. В нем варят чай. Здесь на улице чай пьет. Все, мы приехали. Идем домой. Все, наконец-то мы пришли домой. И, честно говоря, так устали вообще. Не знаю, сейчас, наверное, помыться надо. Что-нибудь покушать. Я думаю, скоро уже спать ложиться, потому что реально. Сегодня, наверное, уснуть часов в 9-10 точно. Очень устали туда, обратно дорогу вам ответы, чем более там еще походили. Но я думаю, такой контент вам должно быть нравиться, лайк, подписка. Я надеюсь, что вы поставите эту лайк, подписку, но смотрим футбол. Потрясающий гол забил в ворота сборной Грузии, открыл счет. А в том матче было много интересного, и грузины, пожалуй, больше одного могли забить. Ну, а то... Ладно, ребят, на сегодня ролик окончен. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Спокойной всем удачи.